Итак, представляю вам узел распределения холодной воды. Вот по этой трубе у нас со скважины либо с колодца поступает вода. Здесь установили реле давления, которое управляет насосом. Вот тут у нас на крестовине выход идет на полив. Вот этот кран у нас отвечает за полив. Также установили дренажный кран для того, чтобы можно слить воду на зиму и продуть систему. Дальше вода у нас поступает наверх к фильтрам. По пути мы подключили гидроаккумулятор, в данном случае на 200 литров. При подключении гидроаккумулятора установили кран, разъемное соединение, тройник и установили дренажный кран. Для того, чтобы можно было, опять же, закрыв кран, слить остатки воды и обслужить гидроаккумулятор. Дальше вода у нас идет наверх. Здесь у нас установили кран, манометр для того, чтобы отследить, с каким давлением у нас поступает вода до фильтров. Далее идет разъемное соединение, первичный фильтр, как правило, механической очистки. И тут у нас байпасная линия для того, чтобы можно было подключить водоподготовку. Вот, допустим, наша водоподготовка. Закрыв вот этот кран, с этого крана мы подаем воду на водоподготовку. Дальше у нас чистая вода возвращается обратно вот на этот кран. Далее у нас идет постфильтр, разъемное опять соединение. Манометр для того, чтобы отследить, с каким давлением вода поступает после фильтров, установили также кран, и вода пошла вниз на распределительную гребенку на наши потребители. Здесь у нас каждый потребитель сидит на своем отдельном кране. Это у нас первый этаж, второй этаж, постирочная и гараж. Также подали воду на бойлер. Если у нас что-то случится с нашими фильтрами, можно закрыть вот эти два крана, открыв вот этот вот кран. Воду можно подать напрямую со скважины сразу к потребителям. Таким образом, даже если у нас что-то случится с фильтрами, без воды мы не останемся.